Итак, Москва ждет реакции международного сообщества на обстрел посольства России в Дамаске. Как говорится в сообщении МИДа, огонь из минометов был открыт с позиции боевиков. К счастью, никто не пострадал. С последними новостями из Сирии наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Он сейчас на прямой связи со студией. Жень, здравствуй. Что тебе известно об обстреле нашего посольства в Дамаске? И какая вообще сейчас там обстановка? Да, Мария, здравствуйте. Ну, действительно, боевики открыли огонь из минометов по району, где расположено российское посольство. Один из снарядов попал на территорию дипломатического представительства, но снаряд не взорвался. В результате обстрела никто не пострадал. Известно, что боевики использовали 120-миллиметровые 120 мины. Это самодельные боеприпасы. Снаряд упал, еще раз повторюсь, на территорию российской дипмиссии, но не взорвался, так как не Сработал взрыватель. Вообще стоит сказать, что боевики довольно часто обстреливают район, где расположена российская депмиссия. Из а, а, с окраины Дамаска Джобр, которую контролируют уже несколько лет. Боевики ведут огонь как по военным, так и по гражданским объектам, как правило, попадают туда, где находится большое а, скопление мирных жителей, то есть нет позиций сирийской армии. Район Джобр контролируют боевики. Двух группировок: это Джейш Аль-Ислам и фронт Ан-Нусра. Стоит сказать, что э, очень часто на Западе, например, э, группировку Джейш Аль-Ислам называют э, умеренной э, вооруженной оппозицией. Но э, вот довольно часто э, боевики ведут огонь по гражданским объектам. Вообще стоит сказать, что центр Дамаска находится под огнем. Чуть ли не каждую неделю боевики из разных районов ведут огонь не только из минометов, но используют также э, самодельные реактивы. Неуправляемые боеприпасы. Такие ракеты взрываются в центре Дамаска, в результате чего погибают мирные жители. Я напомню, что боевики контролируют пригороды Дамаска с восточной стороны, частично с северной стороны, есть районы на юге, которые также находятся под контролем исламистов, правительственные силы. Уже несколько лет ведут там операции по зачистке этих районов. Но пока сирийской армии не удается освободить кварталы и выбить оттуда боевиков. собственно, в Дамаске из-за этого несколько трасс заблокировано и, например, с восточной через восточную часть города нельзя выехать в сторону Хомса. Вот такая обстановка сейчас, да. Мария. Да, спасибо, Женя. Последние, последняя информация о ситуации в Сирии рассказал наш военный корреспондент Евгений Подобный.